Неопознанный летающий объект над Алматы удалось запечатлеть жительнице города на камеру мобильного телефона. Видео оказалось в распоряжении журналистов «Сева-Ньюс». Предлагаю посмотреть его вместе. На этих кадрах свечащийся объект завис в ночном небе мегаполиса. При приближении угадывается его кольцевая структура. Очевидец Раушан Касетова утверждает, что наблюдает НЛО уже второй раз с перерывом в месяц. На одном из двух роликов видно, что шар улетает в восточном направлении. Ехала вниз по улице, остановилась возле своего дома и заметила опять этот круг большой, который горит. Он намного больше самолета, это не точно не самолет, и он ровный, круглый. Потом уже, когда вышла на улицу, оно уже исчезло, оно как-то резко вниз упало. О природе запечатленного объекта остается только догадываться. Это может быть как оптическая иллюзия, так и нечто пока не поддающееся научному объяснению.